Мам, походу, ты не будешь мной гордиться. Что? Какая карта тебе выпала? Дама пикей, но по-другому не могло быть. Очевидно, что я девушка с черным сердцем в этом городе. Но это значит, что на тебя будут охотиться. Пусть попробуют. Мне нужно найти королей и тузы. Привет, Лайла. Приветик. Какая карта тебе выпала? Оу, я шестерка. Я и не сомневалась. Ну тогда я тебя забиваю, будешь служить мне. Что? По правилам, все карты выше вольта могут выбрать себе шестерок в подданных. Я выбираю тебя. Ты не имеешь права предать меня. Я думала, мы подруги. Поэтому я не убираю тебя с игры. И первое задание, ты должна найти мне королей и тузов. Эй, кто здесь? Ну, привет. Гера, зачем ты следишь за мной? Я знаю, что ты пиковая дама. И что ты собираешься сделать? Уберешь меня? Да, дама должна остаться лишь одна. И какая из них ты? Бубновая. Ну что ж, ты попала прямо в мою ловушку? Нет. Глупо было полагать, что бубновая дама сможет обойти даму пик. Лиза, я нашла двух королей и три туза. Привет, ребята. Я хочу, чтобы вы были за меня. И зачем нам это? Вместе мы создадим самое сильное царство. Объединимся и будем править всеми. Никто не сможет свергнуть нас. Мы самые сильные карты. А если ты предашь нас? А зачем мне это? Ладно, мы с тобой. Нужно лишь найти оставшихся королей и туз. Эй, он вроде тоже король. Спасибо. Думаю, ты уже знаешь, что я хочу предложить. А что, если я не собираюсь соглашаться? Я собираюсь подчинить себе весь этот город, включая тебя, милая. Одному королю никогда не обойти всех. Я думала, ты умнее. И что же, если я не король? И кто же? Туз. Я Джокер, дорогая. И теперь ты моя. Джокеры существуют?